У нас закончились сборы национальной сборной любительской по футболу. Со мной Кирилл Бирюков, полузащитник сборной. Привет, Кирилл. Как Привет. Прошли сборы? Расскажи, как тебе понравилось, как сыгрались со своими одноклубниками? Нет, сборы прошли успешно, я считаю. С очень серьезными командами играли, я не ожидал. Думал, потренируемся, приедем. Может, между собой поиграем. Но соперники были, наверное, топ из того, что можно было придумать. Сложный график. Последний такой график я застал, наверное, в КФЛ, когда мы играли с 8 до 9 вечера, и потом на следующее утро в 11, и опять вечером. Ну, сложно было, но я считаю, что успешно. По поводу сыгранности, ну, кое-какие звенья, мне кажется, уже образовываются, где-то друг друга кто-то лучше понимает. Но нужно еще сыграть таким составом. У нас много в этом году игроков из Питера. Как тебе вообще проще играть с москвичами, которых ты уже знаешь, или все-таки новых игроков посмотреть? Да попробовать, нет. Потрогать? Футбол все-таки объединяет, нет какого-то локационного сближения, не знаю. Если человек понимает футбол так же, как ты, то тебе, если, будь он в Африке, будь он где угодно. Из Питера мне показались, они понимают этот формат, понимают этот футбол. Очень удивился, да, их уровню. Говорил ли вам уже тренер о составе ваших соперников, или вы пока наигрываете только свои позиции? Пока только свои. Дайте нам самим сыграться, чтобы мы хотя бы потом готовились уже к сопернику. Спасибо большое. Надеемся все-таки увидеть тебя в итоговом составе сборной. Спасибо, удачи. Спасибо.